Итак, всем привет, с вами Игорь, и сегодня мы поиграем в танки, и перед этим я играл 2-3 партии. У меня довольно таки неплохо получилось играть, но все-таки еще есть вопросы. Вот, есть вопросы, у меня убивают. Блин, сложно как-то, сука, играть вообще. Очень сложно. Блин, и непонятно вообще, когда... пополнять другие боеприпасы, блин, что-то вообще. Ладно, что у нас, легкий танк, так, максимальная скорость. Вот это можно взять. Тоже неплохой танк, давайте бой. А, с того момента летсплея я вообще вот только засел вот сегодня. Не фрапсил перед этим, хотя играл, да. Вот, ну потому что не думал, что убью там несколько танков. Вот, но все-таки я убил несколько танков, да, и бой мы выигрывали. Наша команда. Вот. Я на Т1. Блин, я вообще, когда начинал играть танки, я думал, что нужно там в бронетехнике разбираться, вся фигня, потому что... Есть такие задроты, которые говорят, а ты ездил там, например, на... каком танке, блин, сейчас взять? На ФТ-17 или еще на каком-то. Для меня сразу такой, блин, что это за танк? И я вообще не знаю, о чем речь идет, да? То есть, как я могу сказать, если я вообще не знаю, что за техника такая, да? Вот. Так, ну что тут? У нас вот там бывают враги, я помню, на первом сплее, вот там вот выехал и убил кого-то. Да и то в конце летсплея это было. Так. Гайд по танкам сейчас актуально делает, но... Мне это не под сил, потому что у меня минимум опыта по танкам вообще. Сейчас могли меня подбить запросто. Вот, что я и сказал, собственно. Или это свои долбоебы подбивают. Потому что, смотрите, 105 хп у меня так и было. Походу. Наши минус один. Непонятки. Так. Ну что? Это столпотворение, тут 4 танка стоят, и уже он 5-й, 6-й. Гайды по танкам, блин, вроде как и актуально делать, но я вообще не понимаю, о чем тут речь идет, даже не знаю там толком моделей танков, как я, такой вот этот человек может делать гайды, если он ничего не знает. Правильно? То есть правильно. Я вот по доте там почти все знаю, я могу делать гайды, но это особо просмотров не наберет, и эта тема уже, блядь, как бы проезжена уже давным-давно. И специальный канал, который делает гайды, и специально как бы выпускает апдейты пораньше, да, и чтобы они делали канал. У них есть партнерка, не поддержит связь с Валом. Вот, как бы мне это не актуально. Чё, блин? Чё за стоп-отрение? Может тут объехать чё их? Блин, даже этот не догадался, чтобы здесь выглянуть кого-то. Хотя нет, тут опасно выглядывать. А, не, стоп, а, там закрыто, короче, все ясно. Там дома стоят, никак не прострелишь. Кстати, тут плохо, что разрушаемости нет, но плохо вообще. Было бы интереснее играть, на мой взгляд. Например, в дырку там бах такой. Так, ну чё? Блин, 3 танка стоят, не мог ничего сделать. Да, враги, 3, отлично вообще. Красавцы, да нет, что мне, блин, 100 хп. Так, и тут кто-то вот там объезжает вроде, да? Он сейчас будет объезжать туда там. Пока мы будем стоять.
знаю, что, блин. Нужно ехать назад, пока не поздно. Да, хотя, мне кажется, поздно уже, мол, роты наши нету. Или взвода, или как это назвать. Правильно. Так, ладно, короче. Короче, видим отсюда. Ловить тут ничего, нас только, блин, убьют и все. То ли то на горе кто-то был, стрелял, непонятно. Хотя как туда заехать, это вроде не в закрытая местность, наверное. Так. Три хп у кого-то. Блин, камера, конечно. Захват нашей базы. Зашибись. Чё, типа, выезжаю на смерть? Не на жизнь, а на смерть. Блин, кто-то сзади стреляет. Твою мать, а кто это? Суки. Я даже не попал по нему, ебать. Опять не попал, я офигею, ебать, охеренно. Пиздец. Блять, танки это не мое, я ебал, бля. Реально, не мое, ебать. Так, ладно, давайте еще раз. Не, это, блин, вообще мясной я чел, короче, тут в танках. Опять эта локация. Я не знаю, вот надо знать еще локации, куда заехать, там, смотря каким танком. МС-1. Или МС-1. Вроде МС. Так, стоп, что там за танк? МС-1. А, маленький танк. Бой начинается. Он какой-то Санёк, у него вроде такой же танк. Сейчас посмотрим, он такой же или нет. Вот эта фигня на весь экран, она раздражает. Да, у него такой же. Так, давайте, чё он куда едет? Сейчас за ним поедем, а чё? Ну, а чё делать, если я ничего не знаю даже по танкам, нифига. Не ориентируюсь даже, блядь. Вот тут можно в кусты спрятаться, но это дофигище, короче, далеко стрелять, то не факт, что я попаду кого-то там. Надо выезжать вот здесь как-то поближе, да, и на ихнюю базу как бы просмотр и будет. В кусты там спрятаться, наверное, на крайняк. Но когда поворачиваешь, скорость теряется. Хотя она сейчас теряется, потому что... А, все, я понял, смотрите, короче... Тут R какая-то кнопка есть. Которая как бы автоматом, что ли, блядь. А, нет, это не ускорение, нихера. Я думал, это ускорение, сука. Ага, так. Блин. Так, ну, он, короче, ихний флаг, да. Тут кусты, можно у нас запрятаться. О, вот там кто-то едет. Что там, попадут сейчас по мне или нет? Так, о, кого-то попали. Еще раз попали. А Санек что-то стоит, блядь. Так, тут можно в кусты, короче, уехать. Что, меня могут заметить, блядь. Сука, скрылся, тварь. Блин, сейчас оттуда можно с холма пальнуть, короче.
Так чё, ну как? Блин, ну сейчас объезжать, наверное, будет. Или там нельзя объехать. Но я попал в него, у него там половина хп осталось. Они, короче, протупили. Видите, тоже новички тут играют. Сука! Какого... Ой, ебай, офигенно, офигенно. Всё, пиздец. Всё. Да, блядь, добивать уже. Я ебал. Да. Требуется ремонт. Офигеть. Так, это тот танк, да? Ну, блядь, давайте еще раз возьмем. Не, что-то не пруха, блядь. И, ну, полный нуб, короче, что еще сказать. Малиновка. Поселок, что ли, какой-то. Меня раздражает, сука, когда я проигрываю, блядь, и когда игры какие-то вот такие попадаются. Вот видите, как их двоих, да, нубов. Один там спрятался в кусты, ему это не помогло, блядь. В итоге один танк завалил двоих. Потом меня завалили, короче, с холма. Тут еще как в доте, да, можно кликать, да, вот видите. Вот тут еще квадратики такие на карте. Так, ладно, чё, поехали. Кто там? Какой танк? Какой танк? Какой танк? Ну, ладно, короче, пойдем так. Можно объехать их по-быстрому, конечно. А, не, нихера, нихера. Сколько дебилы палишь, нахера ты? Да там фигово, там не туда идти, стрёмно, нахуй. Объехать бы их. Вон, там они поехали, видите, с той стороны, короче. Надо тоже ехать. Блин, сука, блин. Сейчас подобьют. Да и туда стрёмно как бы... А, нет, он там, видите, кто-то поехал. Мне кажется, опять я, короче, заебу. Несмотря на то, что танк быстрый, но все равно. И надо было сначала сюда ехать, я, по-моему, мы позавалили вдвоем его. То видите, они толкаются, короче. Ой, фать красава. Да пока я нацелюсь. Рак свистнет. Ты чё, мне там отказалось что-то? Так. Всё, сука, меня увидели, походу, да? Ебануться. Да какого хуя, ебать, не попало, ебать. Один раз попал, все. Ебать. Офигеть. Ну тут из кустов, глядь, сколько много. Можно залезть. Чё, попаду? Нет. Да, сучий ты потрох, а! Сука, чё, он впритык к нему едет или чё? Где он? А, вон он, блядь. Броня не пробита. А в рот ебал, ебать. Она вообще, сука, косая, блядь, летят, на какие патроны, блядь. А.
Обошел, называется. Только, блин, жизнь на некоторые моменты себе продлила, и все, короче. Что убьют по-любому. Что сюда? А, блин, я думал сюда кто-то стреляет. Сейчас забор так ломается. Что-то вообще пусто, никто не стреляет даже. Даже не пытается. А все что-то сюда смотрите, да? Что-то все здесь. Они ж могут там объехать. Как за нифиг делать, короче. Че, все уже убили так быстро? Я же говорил, все, они сейчас объехали и, короче, будут захватывать. Блять, я так думаю, я так думаю, а вот... Хуя, что-то не попадаю, блин, это меня все кумарит. Чуть попасть не могу элементарно. Думаю, заехал, придурок. Ага, хер был. Было там в кусты спрятаться, короче, охранять базу. Это было бы эффективнее. И может я кого-то завалил все-таки, да. Офигеть, есть такие сдроты, которые танки купят, понакупают офигенно и играют. Невъебенно. Но это задроты, блин. Честно сказать, чувствую себя какой-то девушкой и блондинкой, которая даже не может разобраться, как играть в танки. В рот ебать. Фать, он, блин, сука, скоростной какой-то. Все, остановился. А, блядь, кто-то все валит его. Все завалили. О, там кто-то, два танка, да, едут. Особо так и в кусты не спрячься. И кусты маленькие. Вы вроде заебись кусты, да? Сука, ищем кусты, блядь. Да нихера, ну видите, блин, гусеницу видно. Блядь. Что за кусты вообще-то, да? Бинокль надо. Что там, у них тоже там 5 танков, как у нас. Кто-то пробрался, какой-то анонимус.
стоим. Блин, R, блин. Я путаю R, думаю, что перезаряжаться. Как вот перезаряжаться, тут так и не понял. А, видите, можно Alt там тоже менять, короче. Так как в Dota 2 было, что можно было Alt там менять. Показывал зверушек. Блять, а такая офигенная это была прострелка. Именно так с кустов вот так вот между этим танком, бах. Мог бы всадить, но... Но не всадил, блин. Короче, ладно, едем. Че, блин, стою, ёпта. Так, кто там? Это 6% ездит. Короче, R два раза нажимаешь и на полной скорости нужно мчаться. Бывают такие танки, что вот ты едешь на 40 км в час, и они тупо, вот все снаряды, которые от тебя летели, они тупо попадают. Я вообще не понимаю, как такое может быть там. Там. Сука. Танк далековато, тем более он спрятался. Или если там бьет, или что он там. Бляха-муха, ебать. Чувак, и дайвер, я скей, ребят. У меня там что, 7 хп, все. Сейчас не захватим, пиздец там будет. Сейчас кто кого захватит. Блин, я не пойму, кто в меня попался. Оттуда что стреляли, блин. Нифать, я не снайпер, офигеть. Что, все, выиграем, нет? Ну так вот, да. Так вот, то игра, короче, никого не убил, проездил, это. Так же, что играл, что не играл, блин, ладно, давайте еще раз. Так, этим что, нельзя? А, ремонт. Что, ну давайте еще раз этим. А, чё, снаряды, блядь? А, видите, тут снаряды, короче, они выставляются. А, это получается его загруженность. Всё, я понял. Я понял. А ну-ка, ну давайте так. Может, сейчас кого-то и возьмем. Так, то ли новая локация. Да, для меня это новая локация. На ней еще не ездил. Так что будет сложновато. Малеха. Ух, все, поехали, короче. Куда едем, куда едем. Куда и все. Потому что локацию я не знаю, поэтому буду за всеми ехать. Ездить. Так, у кого такой же танк, как у меня? У меня Т1. А что, нету такого танка, что ли? Жесть. Они, наверное, сюда что, стрелять едут? Или просто объезжают? По-моему, стреляют. Кустов дофигища, в принципе. А, видите, он подстроился уже.
Мы с моим снарядом только стрелять мне. Ёпта. Там кто-то есть. Останавливаемся. Чё, всё, минус? Всё? Это я убил его? Сука, не, это не я. Пипец, а я так обрадовался, сука. Я думал, вот это нифига себе, я купил эти патроны, блин. Думаю, да. Вдалеке ни хера не попаду, короче. Ага. Фиг. Сука, не, все, надо, короче, двигать отсюда. Бред. Ай, сучка. Блять, и какой-то хуй уничтожил. Да иди вон нахуй, сука. Блять, пропушил называется. Ай, так, так, слушай, а что у него за патрон так пробивает? Стоит 11 тысяч. Что-то многовато, что ли. Ладно, короче, будем так стрелять. Вот это бред! Вот это, блин, я игрок, ёпта. Блин, травка, конечно. Как на PS2, что ли? Нереально, такая травка, как на PlayStation 2. Так, ну ладно, похер, короче, на текстуры, так. Опять моя любимая локация, ё-моё. Самая-самая любимая, блин. В бой! В бой. У кого там этот, как у меня, медиум один, а он там чувак, короче. Блин, так офигенно сыграл, сука, Фрапсом игры не записал, блин. Ай, сука, как... Как назло, вы знаете. Хорошо так играл, и бац, не записал, сука. Так, кто-то звонит, офигеть. А я в танчике рубаю.
Так, алло, я здесь. Так, чё там? Блин, сука, мой танк украли. Маслята! О! Ну давай, 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 давай. Чё, только 30... А, это не я. Еее, масленка убил, сука. Так, чё там еще один? Так, ну чё, сидим здесь пока что. Вот, короче, видите, да, вот там камернат, ну, тут, короче, вот тот танк, который у меня, да, он сидит там, тоже не высовывается. То есть тут, блядь, чё там, кто же меня, сука, палит, а? Маслята, блядь. Алло. Блять, как, сука, садись, а и все время кто-то звонит, блять. Что-то всем нужно. Так, ну чё, где я, кто? Еще, короче, танки остались, он там по курсу, да? Блять, прицел не краснеет. Блять, чё, где-то здесь? Нет. Давай, Маслёна, выезжай сюда. О, видите, вот. Где-то, сука... О. Чё, нет, не попал? А чё за фиговина? Сука. Да что-то нихера, не... А, не долетает, походу, да? Ну идите нахер. Далековато, конечно. У всех по одному, блин. Все такие нубы, как и я, да?
Если бы меня не отвлекали, я бы, может, сейчас трипл килл сделал, блядь. Монстр килл, ибо. Так. О, попадание. Сука, мимо. Масленок, сука. Намбаван в Украине. Так, чё там, блин, надо ехать отсюда нахер. Блять, сука, я запутался. Видите, какой я снайпер. Я тактически думал, тактически намбаван Украине думает, блять. Он думает всегда. Так, где еще звери? Блин, а на базе никого, сука. Как тут защитить написать-то? Короче, ладно, я пойду защищать. Поеду, точнее. Но я думаю, меня грохнут. Вот. Блин, тем более, что-то у меня подбито. Чё это? Чё это, блядь? Шасси повреждено. Офигеть. Тут там неплохо заехал. Пока я там звонил. Пока мне звонили, точнее, пока я говорил, да. Блин, я два танка убил вообще. Вот это я зверь. Что, ну никого нету? Мне кажется, и не будет тут никого, потому что они тоже как бы настойчивы на своем, так сказать. Бля, они далеко уже заехали. Так, кого-то там уже убили. Из вражеских танков. А мне кажется, здесь никого не будет. Там же два танка осталось, две калеки. Ёпта. Ну давайте, давайте, блин, давайте, захватывайте базу. Блин, как они далеко ушли, нихера. Они туда даже не доехали, походу. Маслят, а? А чё прицел так прыгает? А, видите, то есть на то здание переключ... А, всё, ясно. Ну чё, давайте, ё-моё. Ну давай, 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 давай. Приезжайте ко мне. А за 3 минуты вряд ли сюда кто-то доедет, блядь. Захват начался. Нашу базу навряд ли уже захватят. Тем более, смотрите, у них танк. Какой у них танк? Сука, не могу... А, все понял. У них танк НС-31. Ну, короче, это мне ничего не говорит. Но он легкий, короче, да? В общем, ну как бы доехать можно сюда, но проблематично, конечно.
Чё, всё, выиграли, ебать. Выиграли, выиграли, выиграли. Сейчас такая пуля мне... Бш, рикошет, блядь. Так, а ну, в дом. Ты чё? Блин. Я чё даже... Чё, всё? О. Так, ну давайте ещё, короче, сыграем. Блин, ремонт уже задолбать своим ремонтом. Давайте сыграем этим. Наверное, короче, моя проблема в том, что я тороплюсь. Надо как бы выжидать. Выжидать тут надо. Сейчас я как раз это проверю. Хотя тут локация, ну, не такая. Ну, ладно. В принципе. Тут локация, она как бы туда, площадь, она как бы на стрельбу, на дальность. Сука, там... Ой, бля. Так, кто там со мной, кто со мной, кто со мной? Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Все, в гоу, 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 пацаны, гоу, 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 гоу. Что, может здесь засесть? Кто там? С один. Мне кажется, мне их, конечно, порвут там. Хотя, видите, я там Миша какой-то двигаюсь. Ее! Нифига себе, я им мастер, а! Блять, батька научил детей не лезть в чужой огород. Едем, пацаны, едем, едем, пацаны, пацаны, едем, едем, едем. Обходим, обходим их. Гоу, 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 спецназ. Вес, блядь. Блин, конечно, этот чувак палит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого... А какой меня стреляет? Какой хуй? Сука, вот так вот на 72.
Вот так вот, ебать. Пёс. Бля, перезаряжайся, сука! Еба! Фу, жесть. Ебо. Ну ладно, давайте, пацаны, короче, неплохая игра, короче, к концу летсплея, да, так сказать. Ну ничего, в принципе, чё. Вот. Так что давайте, парни, всем удачного дня там. Все, чё там, задавайте вопросы, все, давайте.